Какой же русский не любит быстрой езды? Мы любим мчаться на машинах, нестись на лошадях, оленях и даже на собаках. Сегодня свой взгляд я решила направить на первые собачьи бега в сибирском подворье. Дочка, наверное. Это ваша дочка? Это моя крестница. О, довольна ее проездом? Я очень довольна. Смело, быстро, очень энергично, молодец. На собаках какой раз катаешься? Первый или готовилась? Готовилась. И как ощущения? Страшно вообще? Вот я ни разу на них не каталась. Как думаешь, смогу, нет, прокатиться? Ну, сейчас не очень страшно уже. А первый раз было страшно? Первый раз было страшно. В Сибири самые первые соревнования по ездовому спорту состоялись в Новосибирской области, город Обь, в 2010 году. Я лично участвовала в этих соревнованиях, то есть это был наш первый такой опыт участия соревнований. То есть, и вот после этого очень активно ездовой спорт начал развиваться в Сибири у нас. Соревнования проводятся в Кемерово, в Новосибирске и вот у нас на Алтае. Сейчас уже и амичи проводят, и красноярцы проводят соревнования. А собака собаке рознь. Во-первых, это зависит от физической подготовленности собаки, от самой анатомии собаки. Есть собаки крупные и порода маламут. Конечно, он может увести одного взрослого человека. Есть порода хаски. Она меньшего веса, эта собака, но более быстрая. Поэтому, если ездить на собаке, грубо говоря так, то лучше запрягать двух собак, если вы не хотите помогать лыжами, палками. В любом случае, даже если вы едете на двух собаках, физически подготовлен должен быть человек, все-таки собакам нужно помогать. А вот вообще ни на какое расстояние без устали способны человека провести? Это в километрах можно сказать? Это опять же зависит от физической подготовки собак. Есть собаки, которые километр не могут пробежать. Есть собаки, которые 20 и 30 километров могут бежать на галопе без устали. И опять же зависит от породы собак. Есть специально выведенные собаки. У нас присутствует здесь такая порода, ездовые метисы. Это уже роботы, которые могут бежать без устали очень много километров. Вообще это древняя порода, но вот сибирские хаски пошли от якутских ездовых собак. В гонках стали участвовать на Аляске, когда там шел золотой бум. Тогда их начали запрягать. Это начало 19 века получается. А между прочим, вот это наши коллеги с Первого канала. Алла Михеева поехала. Это просто очень круто. Это невероятно. Такие эмоции. Я до сих пор не понимаю, почему я по Москве на собаках не езжу. А все потому, что нету морозов и такого красивого, пушистого, мягкого, белого снега. А это круче, чем каток, на котором вы сейчас, я знаю, катаетесь? Каток. Каток — это другое. Знаете, на ощущение, когда ты возишь лицом по снегу и по льду, примерно одинаковые. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, как вы боретесь на таких морозах? Вы же, я смотрю, журналистка, телеведущая, моя коллега. Чтобы рот не был вялым. Чтобы рот не был вялым, накануне дома мы его очень хорошо тренируем. Из-под топота копыт пыль по полю летит. Из-под топота копыт пыль по полю летит. А что еще вы знаете? Что мне еще нужно будет сегодня вечером выпить? Я думаю, вам ничего не надо пить, тогда будет все в порядке. Ну, спасибо вам большое. Удачных репортажей. Собачьи бега у нас проводились в первый раз. Но первый блин не вышел дома. Раз уж к нам приехали такие звезды с Первого канала, как Алла Михеева, и ей все очень понравилось, то вполне возможно полагать, что собачьи бега будут проводиться и в дальнейшем.